Приветствую вас, дорогие мои друзья, вы на канале Tarangel Planet. И мы смотрим расклад на метафорических картах. Называется он «Ветер перемен». Давайте посмотрим, куда нас наш ветер перемен принесет или в конце концов приведет. Как всегда, не забудьте поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик и в комментариях оставить какие-либо благодарности. Смотрим, куда нас приносит ветер перемен. Так, у нас идет ветер перемен, 45. О чем говорит ветер перемен в данном случае? Он говорит: посмотри на меня, я дарю этот свет другим благодаря тебе. Помнишь, еще совсем недавно я был всего лишь семечком, брошенным на землю. Но ты меня подобрала, вырыла аккуратно лунку и поместила туда. Окружила своей любовью и заботой. Оберегала от злых врагов и ветров, от жестоких грызунов. Увидела во мне то, что не разглядели другие, мое будущее. Спасибо тебе за старания, труд и время. Они бесценны, как и ты сама. Мы получаем, наконец-то, результат и плоды своих трудов. И давайте, да, поблагодарим. Вселенная раз нас благодарит за то, что мы что-то взрастили, что-то бережно охраняли, то и мы сами себя не забываем благодарить, не обесцениваем этот труд, потому что раз уж благодарит Вселенная, кто мы такие, чтобы сопротивляться этой благодарности. Значит, мы эту благодарность заслужили. Давайте посмотрим, куда еще может принести, куда еще нас ведет ветер перемен. Смотрим. Здесь речь идет о дружеском каком-то общении, общении в узком кругу, общении понимающих людей. Когда люди вот, ну, что-то придумывают, они друг друга понимают. Словно путешествие в мир потаенного и сокровенного. Видите, тут две девушки разговаривают, и они друг друга понимают. Мир иллюзий один у них. Ведь разговоры по душам – это бальзам на сердце. А темы, беседы, струящиеся ручейком, многочисленны. И каждая приковывает к себе внимание. Ветер перемен несет нас к друзьям, к разговорам, к легкому общению. В принципе, это вот сейчас благоприятно. Возможно, если вы в каком-то кризисе находитесь, как совет такой? Пообщаться с друзьями. Это дешевле, чем психологи в данный период времени. Давайте посмотрим, к чему еще ветер перемен может принести. Куда еще дуют ветра? И какие перемены? Итак, ветер перемен нас также ведет к нашему дому. Мы, наверное, заслужили отдых. Ничто так не успокаивало ее, как тишина родного дома. Она укутывала покоем, убаюкивала и качала на своих сильных руках. Кажется, время здесь замедлило свое течение и вот-вот остановится. Наконец-то она слышала только спокойное биение своего сердца. Ну что, ветер перемен нас все-таки привел к какому-то дому, к какому-то спокойствию, к стабильности. Все-таки он благоприятный. Мы заслужили как результатов, мы заслужили благодарности от Вселенной к себе, мы заслужили гнездышко свое уютное, хлопоты остались позади, мы заслужили общение с друзьями, и мы, значит, такой отдых заслужили. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши «принимаю с благодарностью». Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я вас жду на личных раскладах и консультациях, ссылки в описании канала и видео. Пока-пока!